Здравствуйте, мальчики и девочки. Продолжаем мы с вами рок-бездны. Так, ну что, захватили мы этот город наконец-то. А куда у нас уплыл противник, я так и не понял. Куда он у нас там поплыл? Кого у нас там захват? Так, а, слушай, да тут Капитолий даже есть. Ой, слушай, какая красота. Гнездо, все тут есть, смотри. И учес чудищ. И Капитолий. И, блин, слушай, прям сиди и жди следующего дня. И вообще никуда не ходи. А что у тебя с маной? С маной у тебя засада. Так. Та-та-та-та. Маги воздуха, воды. С маной у тебя не очень. Так, и нанимать. Слушай, ну что, давай, ждем, просто и нанимаем на следующий день армию. А что, куда ходить-то? Ходить, да, некуда. Посисено. Да, наверное, я буду ждать. Так, кого тут улучшить? А, подожди, у нас там есть где-нибудь улучшатель поблизости? А, улучшатель у нас, вот он, форт на холме. Ха-ха-ха-ха. Так что можно улучшать или не строить. А можно у нас, например, гильдия наемников за существенные ресурсы. Хорошая вещь, кстати. Если что-то надо тебе построить, ты, чертоги Волгалы. Вальгалы. Не строится. Гильдия мага второго уровня. Давай гильдию мага второго уровня построим. Давай. Пусть просвещается. И остаемся мы пока в городе. Здесь у нас префектура. Эдвард Болистов. Ничего не будем строить. Приглашаю вас, ребят, на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь. Узнавайте много-много всякой разной информации по нашим любимым героям Чай Магии. Также участвуйте в турнирах, общайтесь в форуме, скачивайте огромное количество карт. И в этом городе тоже, я думаю... А, тут у нас вообще ничего не строится, да, я совсем забыл. Ну что, поехали дальше. Кого-нибудь наймем? А смысл нанимать кого-нибудь? Не знаю, есть ли смысл кого-нибудь нанимать. А, подожди, ну-ка, стой. Или ты у нас, если здесь был? Да, был. Машин был, здесь был. Вот что у нас под землей? Ну, под землей не знаю, что там нас интересует. Что там может быть под землей на самом деле. Но архимаги, 50 архимагов, это уже нехорошо. Пошли. Здесь, так, посещено. Сюда пройти девка и пробиваться. Пусть тут девка пробивает себе дорогу, а мы пойдем сейчас захватывать еще другие города. Тут такая вот скользкая вещь. Угу. Блин, тут он хороший этот, по-моему, рудник. Ну ладно, стоим. Или кого-то на... Нет, кого-то я сейчас на следующий день не найму. Ладно, все, поехали. Поехали в следующий день. О, вон они там шляются. Население городов и замков выросло. Вот теперь мы к себе наймем. У нас, да, 6 тысяч, это хорошо. Даже двух чудищ мы наймем, обязательно. В первую очередь мы их наймем. Циклопиков наймем. Итого у нас будет... О, как хорошо у нас. Смотри. Слушай, я что-то с циклопами первый раз вот так вот. Я тормозил всегда. А надо было их изначально так нанимать. Так, и кого мы еще наймем? Ну, огров. Огры, ой, хороши, они будут жажду крови нам. Хотя они по скорости тормозны. Ага, разбежался, да, огров вождей. Ну да. Денег-то уже йог. Только, блин, никого вообще. Никого уже больше. Ну и не будем, ладно, больше никого нанимать. И пойдем сейчас... Вот у нас теперь главное решить, куда и чего нам идти и ходить где. А вот здесь очень как бы хорошо у нас кучки ресурсов. Хорошая вещь, и хороший у нас тут и маяк, и все. Но сейчас бегать за ресурсами, мне кажется, лучше, конечно, нам идти захватывать еще города.
Вот единственное, что золотую шахту бы неплохо, чтобы деньги приходили. Сколько их тут? Кавалеристы. Ага. Тоже нехорошо. С кавалеристами нифига не справимся. 20-49 кавалеристов, толпа. Тоже вряд ли справимся. Поэтому, блин, даже не знаю, куда идти. И этих тоже 50. У нас сейчас и армия-то особо. Не ай-яй. Че, ходить набирать? Ходить просто набирать армию. Попытаться, да? Труп не посещено. Посещено везде. Ну, ладно. А здесь у нас кто? Или попытаться вот этих вот побить полуросликов, корсаров, орда полулосриков, корсаров. Пошли, ладно, улучшим всех. Пойдем, ладно. Так, девчонка у нас что тут делает? А, девчонка хотела набрать, да, только не на что набирать. А у нее... Да, у нее вот тоже, блин, объединить бы как-нибудь понемножечку армию. А у нее вызов корабля, кстати, есть? А у нее вообще, по-моему, магии никакой нет. У нее даже книги магии нет. Эпическая сила. А подожди, а здесь у нас... Ага. А здесь у нас и нет гильдии магов. Понятно. А в этом городе? А в этом городе у нас гильдия магов? Есть. Подожди. Ага, есть, только, блин, ее надо строить. Гильдию магов. Ну чё, я даже теперь не знаю, куда ее заслать, девку-то. Ну, в этом городе нанимать тут есть кого? Блин, тут чё? А, матросы, да? И... пираты. Матросы и пираты. Чё, у нас рынок, да? Тут только матросы и пираты. Больше никого. Когда я этот город отстраивать буду полностью, целиком? Ну что, засядем, на следующий день заберем. И он... Да она даже отнести ему не сможет. Подожди. Стоп, если она... Ну да, Мириам, подожди. А у нас... Стоп. Ау. И пират должен захватить город, да? Освободить варваров. Максимальный уровень героев. 12 после побед. Битва перейдет в следующий сценарий кампании. Ну, я так понял, героев 12, поэтому он один, потому что не сказано, сколько перейдет. Не знаю, в какую историю. Я так понял, она не перейдет. Перейдет только он один. И поэтому... Ну что... Ну, поэтому, ладно. И вот тем более у нее вообще целый ход она сделала. Короче, на следующий день она отсюда их заберет и пойдет. Так. Ау! Ух ты, нифига себе! А, чувак высадился. Угу. А он высадился у нас. А, я смылся. А я чувствую, эта сволочь сейчас нападет на нас. На городок-то. Ну-ка, подожди. Ага, поэтому, блин, сохранить. Так, сохрани день второй. Ну-ка, нападет он на нас? Да, наверняка просто. А для чего он тут высадился? Ты назад-то вернулся. Чтобы город себе вернуть. А у него тут чудищ столько же, сколько у нас. Два, только у него еще и этих, и этих, и... Ну, как бы отбитым отобьем, в принципе-то. Да. Ну что? Вот эти вот, конечно, неплохие у нас. Ребятки. Че, возвращаемся в город? Да, получается, мы нифига ничего не сходили. Ничего мы сделать не смогли. Возвращаемся в город. Слушай, ну тупо так прогулялись просто туды-сюды. Ну чё, будем город держать. Одеваться больше некуда. Чё, нанимаем огров?
А город держать, да, надо сейчас самых просто мощных нанимать. Нанимаем этих. И все. Да. Ну чё, все, девка что у нас делает? Девка тоже опять ничего у нас не нанимает. Опять ничего не делает. И, в принципе-то, даже она с кем она пойдет воевать-то, блин? Кентавры. У нее даже армии нет, чтобы особо с кем-то сходить повоевать. Ничего она ни с кем не сделает. Поэтому ей просто сидеть тут тупо и ждать. Да. Да. А он не пошел. Ну-ка что, стоп, тогда загрузить. А если мы тогда не... Ну-ка, стой. А интересно, он нападет? Вот смотри. Так, я сходил сюда, да? А чудес что, нельзя улучшать? Почему? Нет, ну лучше здесь. А почему? Как интересно. Ничего себе. Ха. Какая неувязочка. Блин. А почему? Чудес тут нельзя улучшать. Так, а здесь что у нас такое? Победить монстров. Рыцари ужаса. А где рыцари ужаса у нас? Ага. Нет, это кавалеристы. Видеть монстров вроде. Так. Где они у нас находятся? Кто ж его знает-то? Да. Ну-ка, стой. Давай просто тогда посмотрим. Ну-ка, а ты, девка, у нас. А, девка тогда у нас. Ну, попробуй набрать. Ну давай попробуем. Ладно. Так. Ага. Не набрал. А, стой, ну-ка он нападет? Нет, он не нападает. Подожди, а что мы тогда можем тут? Зачем я тогда матросов, да, улучшал? Получается. С кавалеристами я ничего не сделаю. Так, сохранить, день третий. Угу. Да, вряд ли. Ничего себе. Кавалеристы, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, у нас вообще что-то магии нету? Да подожди. Ты что, у нас без книги магии? Нет, подожди. Так. Ну что, сандаль. Ага. Смешно. Смешно. Да. Пошли отсюда. Упс. Да. Пошли отсюда. Короче, увидел. Да, там неплохая вещь. Но... Не про нас. Так, взять двух циклопов. Еще взял. Ну, что у нас тут не обнаружено. Опа, а почему здесь-то нельзя пройти? Или вот так? Ну. Да блин. Ничего себе. Ага. О-о-о. Так, ну чё, девка у нас в городе тут матросов берет, да? Больше брать тут некого. Некого, да? Блин, как-то все, ай, настолько запутано и непонятно, блин. Не знаю, блин, что сейчас делать, куда ходить. Ё-моё. Очень как-то все. Что сейчас будет? Блин, взял, забрал город. Да. Нет, все это неправильно. Один игрок. Ай. Тьфу ты, блин. Короче, в городе тебе надо сидеть. Получается. Да, получается так.
Сиди в городе и набирай просто. Да, сиди в городе, набирай, кого сможешь набрать, а кого ты сможешь. Да тут даже, блин, уровольнять кого-то. А, слушай, этих можно набрать было. Да, вот кого надо было набирать. Блин, не в городе. Стоп. Загрузить. А, один. Ой, да что ж такое-то? Блин, реально. Вот говорили, будет очень сложно. Реально очень сложно. Очень сложная компания, правда. Как-то так. Исключительно сложная. Лучше на гнездо на скале. Понятно, я его сейчас построю тогда, 2000 отдам. Но лучше я найму сейчас. Вот они тоже. Но они... Давай огры, потому что огры дешевше. А этих уже не могу нанять, да? Да. Девка тоже никого пока не может нанять. Блин, слушай, правда, армии вообще невозможно нанимать. Блин, сходить не с кем. А, играть не с кем. Просто пипец нафиг. Ну-ка, стоп. Так, сохрани, день третий. Вот сейчас эта фигня, если я его сейчас побью, то, по сути, мне мешать уже здесь, по крайней мере, в этом районе никто не будет. Если я его побью сейчас. Ага, если только это удастся. Так, чего не хватает-то у нас тут? Чего у нас тут не хватает? Кристаллов. Тоже кристаллов. Ну, гильдию наемников построим потом. Будем менять на ресурсы. Вон этих поменяю. Какого? Кочевников или матросов. Ресурсы поменяю. Так, ну чё? Гнездо на скале. А мне их нанимать некуда. Да. Так, кузница. Стоп. Давай купим с боеприпасами. И двор баллист не строится. Не буду никого. Сидите, короче, ждите. Сейчас этот придет. Так, сохранить. Ну давай, ладно, будем ждать. Девка у нас. Пусть девка тогда наберет. А что толку-то? Кого она наберет? Этих наберет, а этих уже не наберет. Не всех. Поехали. Блин, не нападает, скотина. Что такое-то, блин? Че, мне придется мне на него нападать, что ли? Получается так, да. Получается, что мне придется на него нападать. Так, сохранить. Четвертый день. Блин. Получается, да. Ну, потому что нельзя его, чтобы он уходил. Не должен он уходить. Нет, не нападает. Стоп. Вот это, блин, где? Где эта сиреневая... Опа, а почему? Угу. А почему? Тьфу ты, блин. Терек. Ну что, Терек, придется мне тебя догонять. Да. А что, вариантов никаких нету. Придется догонять. Тогда... И рухи. И построим лучше на гнездо на скале, только улучшить-то будет не на что их. Да, улучшить их будет не на что. Не то немножко сделал. Так, загрузить, блин, как все сложно, ребята. Прям просто пипец нафиг.
девка. Че она тут наняла этих, да? Все потратила деньги, можно сказать. Ага. Все потратила. А это сволочь. А, да, это сволочь здесь. Здесь и вот этой хрени он глотнул. Блин, все ресурсы собирает, гад. А, блин, нет, неправильно я сделал. А, загрузить четвертый день. Блин, да. Она уже набрала. Тогда загрузить третий день. И девка тогда без этой фигни, иди в этот город. Потому что я чувствую сейчас... И тот город нам придется отшибать. Отбивать. Очень серьезно. Гнездо на скале. Так. И поехали. Так, он нанял, нет? А, он это взял, баллисту-то. Не на что ее брать. Итак. Поехали. Так, четвертый день вот как раз сейчас сохраняем. Ну, я не знаю, устроить разведку или что. И как, ладно, пошли, девчонка, ты иди у нас сюда. Тормозная, то есть, кто у нас там так тормозит движение? Это 6, 4 эти, да? Да. 5, да. Угу. Огры. И, ну что, выскакиваем? Давай, наверное. Сохранить. Ну, наверное, выходим. Сейчас посмотрим, что мы сможем. Сможем ли мы нанять всех оставшихся. И птиц рух всех, да. И думаю, в принципе-то, пока мы... эти у нас... Да. Наверное, птиц рух заменить. Ну, чё, давай попробуем. Ну, потому что смоется он и будет потом там у нас хозяйничать, скотина, блин. Простите за выражение. Давай, попробуем его побить. Ух, ёх-мох, так, у меня два, а у него один. Ага, 30, у меня 33, 6, а у него этих 12 рук. Блин, это тоже не очень. Ну, армию-то я чувствую, положу-то страшно здесь. Со страшной силой просто. Блин, да почему? Ты, у тебя книги нет, что ли? Что такое-то? Подожди, стоп. Подожди. А, наверное, нету книги у него. Ну-ка, стоп. Да, книги заклинаний нет. Да, блин, смотри, что он не может творить-то? Я ему не купил книгу заклинаний. Понятно. Так, сохраним опять. Поехали. Ладно. Ну и побить-то побьем сейчас, конечно. Думаю. Но какие будут потери? Вот в чем суть. Потери-то могут быть очень нехорошие. Так, не дойдет. Дойдет до чудищ. Только рухи не долетят, эти дойдут, долетят до всех. Ага. Можно, да. Неправильно я сделал немножко. Блин, опять войско расставил неправильно. Опять переставим. Ребята, я извиняюсь. Так, поехали. Немножко неправильно войска переставили. Так. Рухи сюда, эти сюда. Потому что рухи летают везде, будут пролетят у нас. Сделаем, да, вот так вот. Еще раз. Ух, давай. Так. И так, все. Рухи. Куда у нас сваливают?
Так, птички, птички. Так, эти все достанут. Так, эти достанут. Не достанут, не достанут, не достанут, не достанут. Тогда рухи сюда. Угу. Там. Ух ты, блин. Ты смотри, как они сразу. А, так он путает, уже он расставил их. Понял. Кого? Всех сразу, да? 31, этот 24 или 3-4. Готово. Чудища не дошли. Валим чудище. Валим чудище. Блин, встал близко. Да. Так. Ага. Ага. Блин, дошел до чудища. Да ёпарный бабай. Неправильно я сделал. Стоп, еще раз. Ну, сложный, да, тяжелая битва. Даже вот так вот я сделаю сейчас. Вот так. Расставим мы по углам. А, вот так вот сейчас сделаем. Да ёпарный бабай, да победю, только потерь хочется поменьше. Победю, побежду. Да. Так, эти, ух ты, блин, а эти добегут вообще до наших сейчас, ребята. А у них сколько скорость? 9, нифига себе. Так, эти ни до кого не дойдут, ни до кого, ни до кого, ни до кого, только вот эти вот дойдут. Ну давай, рухами. Да, они сейчас на них и нападут. А они так неплохо. Блин. Смотри. Так. А мы вот так. Опс, красиво. Не дошли ни до кого чудища. И эти сейчас тоже ни до кого не дойдут. Прекрасно. Слушай, я даже Ctrl не нажимаю. Не понял. А что у меня сейчас срабатывает? До этого я Ctrl нажимал. Так, само что ли стал нажиматься? Так, ну чё? Как бы так сейчас... чтобы и загородить нам наших ребят. Так, ладно. Опа, заколбасил. И точно одного убьет. А тут 3-4. Класс. Так. Да, чтобы рухи сейчас нас не взяли. А, так у нас жажду крови можно. Подожди, а чё я ни на кого не шарахнул? Во, 60. Каменную кожу. Или щит. На кого каменную кожу или щит послать? Или просто шарахнуть? Ага, давай на чудище. Давай чудище сохраним. А, зивы отряд на 3 языка. Силь магии героя. Так, не, давай так. Вот этих вот, они у нас там далеко стоят. Конечно, фигня мы у них там. Так. Матросы не ходили, да. Блин, а, ну все правильно, да. Так, эти пошли, и матросы... У нас матросы? Блин, а почему матросы не ходили? Вот я не понял. Так, убьет 0. И там добьет их. Добить их останется чуть-чуть. А здесь убьет 2-4. Я думаю, там кто-нибудь другой даже добьет их. Давай вот этих тогда рук.
матросы вот здесь станут. Все. Блин. Ай, рухи. Да и этих самых дальних, потому что они просто стой. Вот так вот. Ай, зараза, блин, освободил он им. Зараза. Есть, завалил. Так, всех. Итак. Так, теперь что мы делаем? 24 или этих 3-4. Они тоже у нас урон 6, да? 3-4. Эти 24 урон выше 60, а это 3. Да, лучше вот этих завалить. Так. Ой, все равно. Ладно, давай вот этим шеренгу крови дадим. На кого они нападут? На матросов. У матросов нет вопросов. Сколько там их? 17. Ну давай. Добивай матросов. Неважно. Зато и этих типа. Блин! Да ладно, почему он на всех-то? Это как так? Зараза. А может, надо было добить просто? Эй, ты что делаешь-то? Ты сволочь. Так, что у нас тут с чудищами? Блин, сейчас... Лечение. Давай. Так. Не туда чудища пошли. Так, эти вперед. Давай, догоняй. Добивай. Отступил, сволочь. Куда? Ты, блин. Какого? О, зато теперь мешаться тут не будет. Ну, слава богу, блин. Хоть мешаться не будет, это хорошо. Отступил, сволочь. Смылся? Скотина, блин. Так, ну чё мы остались-то? Ну так, неплохо. Чё, пойдем вот этих полуросликов бить? Корсалов, корсаров, порол, полуросликов, порол-росликов. Ай, блин, больше, да, нечего тут брать, негде. И в море выйти, нет, надо здесь на берегу творить чудеса. Так, не убил он нас тележку? Нет, тележка у нас осталась. Слава богу, тележка осталась. Ну, ладно. Пойдем, ладно. Ну что, пойдем полуросликов шарахнем? Пошли, ладно, хотя бы разведаем, что тут у нас. Привидение. Строить мы сейчас ничего не сможем. И у нас тут еще вот, блин, посмотреть бы на него. Ну. Блин, не увидим. Хочу отсюда набрать... Смотрим, какую эту тьму-то навел-то нам. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Здесь пока у нас все есть. Гильдия наемников единственное, что улучшать, да? Для улучшателя построить. Здесь у нас тоже, в принципе-то, гильдию магов только построить. Давай гильдию магов построим. И девка отсюда войска заберет. Угу. Заберешь? Ух ты, блин, тут прям как хорошо. Три птицерухи, смотри. И эти тут все. Ага, я думаю, надо тебе тут сидеть. Пока, да потому что, а где ты? Ну, гоблинов ты сходишь на... Ну, давай, ладно, иди сходи. А, гильдия магов. О, книжку давай купим. Купила, что смогла, денежки были? Нет, блин, у нее нету гильдии книжки. Блин, денег нет. А, ладно, давай гоблинов пока возьмем. Вот мне интересно... Стоп, не это интересно. Мне интересно вот тот чувак,
А что он из себя представляет? А он исчез. Блин, я хотел посмотреть, что он из себя представляет. А он просто пропал. Да, обидно. Она посетила, конечно. Так, ну чё, сохрани день пятый. Или пробиться, да, чтобы девка сюда могла пройти. Ну, давай попробуем. Давай, ладно. Блин, ну реально, сценарий просто какой-то очень нехороший. Исключительно нехороший. О, сейчас у нас будут ману пожирать. Поэтому шарахаем сразу все, что есть. Шарахаем сразу. Потому что у нас ее сейчас сожгут, ману. Блин, а я подставил, чтобы они плотно стояли, что ли? Да, похоже, да. Слушай, правда. А! Блин, теперь опять Ctrl надо нажимать. Блин, как хорошо было, смотри. Теперь надо опять Ctrl нажимать. А показывала всегда, смотри, заглючила. А, не знаю почему. Так, ну чё? Я думаю, пока не стоит идти. Блин, не туда надо было поставить. Подожди, загрузить. Так. И расставить так, во-первых, вот так вот расставить. И сюда их к этой поставить штучке. И эти тоже разделить. А чтоб они к жажду крови наводили. Угу. Да, вот так вот сделаем. Вот сделаем вот так. И сохранить. Да, одного мы разбили. Слава богу, но что там дальше предстоит, честно говоря, я не представляю. Так, давай. Что там будет? Ждать. Блин, никто пройти не сможет даже. Ждать. Давай, все подождут, чтобы они поближе подошли. А, блин, единственное, что жажда крови-то у нас, по-моему, действует на... А слушай, да, ну куда я посмотрю? Она действует только на дальнее расстояние, да? Ну давай пока на чудищ нашлем, да? И на этим. И посмотрим, вот смотри, сколько он урон наносит. 34, 86, да? 34, 86. Вот я проверить, мне всегда интересно. 34, 86, 118, 148. 34, 86 наносит урон. 34,86. Опс. Блин, похоже, я не проверю. Ага. 34,86. И еще раз. Красиво. Ай ты, блин. Все, не проверил. Так, маяк взял. Теперь полурослики. Сохранить. Давай на полуросликов. У нас там... А, одного потерял. Так, ну чё, давай полурослики. Полурослики у нас сейчас будут шмалять в нас. У них скорость 5. Ну, давай все ждем. Опа. Ждем. И вот так вот. Блин. Опять не проверил я. Блин, да почему я не... А, стой. Вот я что хочу сейчас проверить. Точно. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Хочу проверить. Хочу проверить, извиняюсь, ребята. Вот. Хочу проверить сейчас, какой они урон будут наносить. Так, ждем. И... 134, 168, да? Они наносят. Угу. 134, 168. Ждем. Эти у нас наносят урон. 38, 96. 38, 96. А теперь жажду крови. И посмотрим, сейчас они что будут наносить у нас. Ага. Так. А, блин. И 134, 168 не меняется.
Да, а я всегда думал, почему-то у меня были такие сомнения, что жажда крови действует, а она не действует на них. Так, ладно, я не буду время сейчас терять на сборы, да, ресурсов. Придет кто-нибудь, а хотя кристалла, блин, неплохо бы. Или кого-нибудь нанять. А, я сейчас кого-нибудь найму, точно, сейчас с того города. О, точно, сейчас с того города кого-нибудь найму и пусть ошляется. Так, сохранить еще раз. Да, давай, а может вы присоединитесь к нам? Нет, не хотят. Ох ты, зараза, смотри, сразу стреляет. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ух ты, нифига себе, ух ты, нифига себе. Да. Зараза. Блин, он еще и тут как бы, да. Битва нехорошая. Ну, так потому что они сейчас увязать будут мои постоянно. Ага, пока дойдут, смотри. Нет, прошли, смотри, успели. Ай, фак. Да, блин. Ну это вообще пипец. Ну давай пойдем. На, дошли. Блин, пески эти долбаны. Ну, блин. Убили. Да что ты, зараза. Ненавижу, блин, эти берега. Твою мать. Ой, ты ёпарный бабай, сколько мы потеряли? А, у них все закончилось, что? Да, закончилось, ноль. Да. А смотри, вообще не дошли нифига. У этих боезапас 12-8, а у этих боезапас 4-0. Можно было даже не идти. А давай попробуем не ходить к ним. Давай попробуем не ходить. А потому что мы смотрели, до них даже не доходим нифига. Это какая-то жесть. Ой, блин. Это жесть какая-то. Не доходим и все. Блин, да что ж такое-то? Да, даже вы, наверное, запомнили, да, какой бой. Четыре, пять. Ну давай, ладно. Хотя, вот, блин, пусть бы по этим стреляли, да? Чем по моим. Да, там нет, там тоже неплохо было бы. Ну давай, защитить. Вот эти вот. Защитим. Итак. А, блин, толк-то, жажда крови. Так, сейчас они всех положат, блин. Тут ты твой налево. Убьет четверых, а здесь убьет 7-9. Давай, да, ладно. Пусть поменьше бьют. Так. Угу. 1-2. Отлично. Блин, сейчас всех уложит. Это точно. Все, смотри, всех уложили. Гады. Ну что, надо было этих послать. Текущий бой, да? Вернуться в битву. Ну что, ну да, сейчас я их этих уложу. А так они немножко стреляли по кочевникам. В
все-таки кочевников добивали. А у кочевников и защита больше. Защита 15, да? А этих защита 9. Ах, да опять, блин. Да что такое? А пробиваться надо. А куда денешься? Надо девку пробить. Да-да-да-да-да. Да, застрял. Так. Упс. Этих не будем просто трогать даже. А вообще какая разница? Они их особо не поранят. Да. Давай. Че толку-то? Опять то же самое, блин. Та же самая занудная битва. Никакого толку, да. Короче, если сейчас не дойдет, надо будет отходить просто. И все. Давай, так. Угу. А чудище вверх сейчас надо будет тогда послать. Да, точно. Точно, вверх надо будет послать. А потому что они двойные. Блин, эти не туда. Так. Тьфу ты, блин, сейчас... Они задом также застряли. Вот. Ну давай по этим бейте. Хотя их тоже жалко, кочевников. Да всех жалко. Да эти, смотри, этих все равно теряешь. Нет, не буду. Блин, да что такое? А, ребята, нет, этих все равно теряем. Еще и кочевников к тому же. Все. Короче, ставим на месте, ставим защиту на них. Блин, долбаная битва, блин. Так, всех. А у них какой урон-то? 3-7. Да? Да, ну ладно. Угу. 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 Единственное, кого я сейчас пущу. Я знаю, кого я сейчас запущу. Вот этих вот. Чудищ. А, застряли. Так. Так, 0-2. 1-2. Блин, зачем? Ну ладно. Там, потому что чудища они вряд ли вообще подранят. Чудищ у нас самый выносливый, грубо говоря. Так. Блин, да почему же ты вперед-то идешь, дебил, блин? Ну это как так, блин, да и вообще невозможно. Блин, ну это вообще крындец. О, надо же, убил одного. Давай, на них. Жажду крови. Да, толку-то. О, пошли, первые тормоза пошли. Так. Итак, ждем. Упс. Все. Последних забили. Упс. Отлично. Отлично. Ой, блин. Нет, только до чудищ дойдут. И эти тоже. Только чудищ-то хрен добьешь. Ладно. Все, да мы стоим. А что нам дергаться-то? Вот мы сейчас этих, опа. Ну что? Блин, они их не атакуют. Нет, они, блин, тормозят. Крындец. Крындец. Так, и встали. Да что же это вообще? Ну просто беда какая-то. Одни зыбучие пески, 20 этих потеряли. Ну это просто какое-то безобразие, блин. Не будем тратить? А какая разница? Потратил время. Так, ну чё, дай бог, чтобы там сейчас никто у нас особо
не вякнул. Так, здесь что у нас? Улучшенные. А, я хотел кого-то... На что? Нанять хотел. Так, главное, чтобы никакая сволочь не вылезла еще. Так, сохранить шестой день. Ну что, наймем кого-нибудь? Давай, попробуем в этом городе. Так, в этом у нас... В этом ничего не строится, насколько я уже все, только грот. Это что у нас? Что, амиль, артефакт? В обмен на опыт. Можно, да, опыта набиться. А он и так набьется уже какой. А, 11 уровень, у него и так опыта будет дофига. А здесь только у нас так, гильдинаемник. А набирать-то даже некого. Ну давай, в таверне. Наймем? Кого наймем? О, с пиратами. Блин, мне нравятся пираты красивые, смотри, а. Ай-яй, какие красивые пираты, пиратки. Все просто, блин, прелесть. Ой. Просто красота. Вообще, мне нравится. Так, ну что, поехали? А здесь какого она? Скорость 6. 8, 9. Воу, она что, спец, что ли, по ним? А, точно, она спец по пиратам. Ничего себе. Красава. А он по морским волкам. А она по пиратам. Это просто разведка. Ага. А эти у нас скорость 8. Если она с ними сейчас останется. А нимфы 6. Ну чё. А эти у нас 7. Нанимаем. Нафига мне их так много? У того все равно все тормозное, да? Так, давай вот так вот. Пошла? Пошла. 1000 опыта. Продвинутое нападение. Иди, ладно, ресурсы собирай. Тут и что-то как. Так, здесь у нас не набрал. Не сможет никого особо понабирать. Кого она тут? О, 6 этих. 3 только взяла. Да. В таверне. Блин, это этот там что ли нам нагнал-то? О, сколько тут гарнизон-то какой нехороший. Посетила. Здесь огры у нас сидят. Так, блин, не сможет тут тоже. Да вообще ни с кем она не сможет тут связаться. Ну давай, ладно, пробивайся. Блин, тогда зачем она отсюда вышла вообще? Непонятно. Так, ладно, загрузить шестой день. Да блин. Сейчас опять эту пиратку нанимать, ладно. Ладно, наймем пиратку, не страшно. Так, ой. Ой. Ой, и вот так вот. И все, и пошла пиратка. Так, ага. Ну так, мало ли, на всякий случай, вдруг и придется биться. Так, ты у нас просто сиди тогда в городе. Что-то у нас огров тут. Вождей набрала. И... А, возьми ты наконец-то, блин, книгу магии. Слушай, и пиратка-то, наверное, тоже без книги магии. Да, тоже без книги магии. Тьфу, ты, зараза, вышла. Ну ладно, хрен с ней. Так, сохраним. Ну чё, давай этих. А, эти-то вообще фигня. Упс. Блин, опять это долбаные зыбучие пески. Так, а у этих сколько выстрелов-то? О, боезапас 12. Эти будут стрелять до бесконечности. Так что пошли вперед. Ух ты, как он, смотри. Прошлись-то они, как лихо-то. А эти застряли. Так, и по кому мы будем, интересно, стрелять-то у нас, а? Ага, по этим будем стрелять. Блин.
Нехорошо. Слушай, двойные существа вообще нехорошо вот на этой фигне. На этих песках. Смотри. Блин, вперед выдвинулся. Как так? Блин, почему-то боком-то не вышел сюда-то. Мудзма. Я не знаю, как тебя назвать, блин. Давай еще раз, да? Толку-то, блин, чего вы ходите? Да? Ну, наконец-то. Крындец. Ну, просто крындец. Вообще, блин, вот эти двойные существа, это просто какая-то, блин, фантастика. Так, а здесь у нас что? Выучить навык доспехи. Охо. А нужны нам доспехи? Нам бы нужно... Так, мудрость, да, магию земли нам нужно. Магия земли и что-нибудь, да. Может быть, даже мудрость. Доспехи нам не надо. А подожди, а зачем я сюда зашел-то? Склад кристаллов. Блин, зачем я время потерял? Тьфу ты, блин. Ну что, переигрывать? Блин, я дофига времени потерял, зайдя сюда. Очень много времени. Нет, я переиграю лучше нафиг. Ну, потому что реально потерял много времени. Так. Ага. Так. Да, я в курсе, что я тут... А, слушай, может, тогда это... Так. Жажда крови. Жажда крови. А, блин, все равно по прямой идет. Ну, не дятел, блин, а? И все равно. Ну-ка, стой. Да что такое, блин? Крындец. Просто крындец полный. Да. Угу. Да? Да, все равно по прямой. Ну, тупизна просто вообще. А как? Я не знаю, как его направить. Не по прямой. О-о-о, тут вообще застрял окончательно. Окончательно застрял. Хоть дошел он тогда у меня, бля. А сейчас все. Так, ну что, добивали? Добиваем. Все, ну те же самые потери. Только вот я сейчас не пойду эти кристаллы просто брать. Так, ну что, ребят, ладно. Так, или что, побьем еще монахов? Такая затяжная у нас фигня сегодня получилась. Просто безобразно затяжная. Блин, слава богу, монахов тут этих нету. Так, бьем. Опс, красиво. Так, ждем. А что-то они даже не подранили. О, убили одного. Ну, какая беда. А вот теперь вперед. Блин, не туда пошел, не в ту сторону. Ладно, фиг с ним. И... опа. Скольких? Ну, тоже неплохо. Так. Давайте по чудищам бейте. Да потому что, блин, чудище. Жалко, двойную жажду крови нельзя наслать. Заслать. Ну, всех троих? Да, троих. Это хорошо. Так, все. Можно было и так. Так, ну, 4-1 тоже неплохо. Блэк Шард, мертвый рыцарь, да? Давай выйти. Конюшню. Просто красота.
Искусные алибарчики. Ой, ладно, ребят, слушай, хорошо, я пробился, короче. Ладно, давайте я, наверное, до следующего раза вас оставлю сегодня. Больше пока тут никого нельзя нанять. Не буду сейчас, ладно, продолжать. Такой у нас, и так тяжкий получился день. На следующий день я соберусь и посмотрю, что там у нас дальше будет нас преследовать. Что нас будет ожидать. Пробился я здесь, да. И вот мне интересно теперь, в какую сторону мне идти. Сюда дальше пробиваться. Или вот сюда вернуться. Здесь пробиваться, да? Где нас будет ждать неприятностей больше всего? Ну ладно, приглашаю вас, ребят, на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь, узнавайте много-много всякой разной информации по нашим любимым героям Чаймаги. Также участвуйте в турнирах, общайтесь в форуме, скачивайте огромное количество карт. И прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Необходимо это для его продвижения, а также развития канала. Огромное вам заранее спасибо. Ну, давайте. Пока-пока.